Добрый день, уважаемые делегаты, приглашенные съезда. Меня зовут Эрик Куралов, представляю молодежное движение «Справедливая сила» в Республике Татарстан. Очень рад присутствовать на съезде в качестве делегата, поэтому немного переживаю и волнуюсь. Благодарю руководство партии за то, что уделяется большое внимание молодежному движению и работе с молодежью, потому что одно из направлений, которое сейчас необходимо развивать, это как раз вовлечение молодежи в политику. Между съездами запомнились два ярких момента. Первый – это выборы в Государственную Думу, хотя многие говорили, что «Справедливая Россия» имеет все шансы не пройти в российский парламент. Наша фракция все-таки существует и в очень хорошем количественном составе. И второе мероприятие, которое мне запомнилось – это смена руководителя регионального отделения в Республике Татарстан. С приходом Русиня Габдулахатовны Бельбельдевой жизнь в Республике Татарстан закипела с новой силой, с новыми мероприятиями, с новыми позитивным настроем. «Справедливую Россию» начали слышать по всей республике. Региональное отделение действует и работает. Многие обращаются в общественные приемные. От съезда ожидаю больших перемен, хороших, позитивных настроений. Самим делегатам приглашенным желаю хорошего настроения, позитива и плодотворной работы. Спасибо за внимание.